Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 18 января. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Евгению. Это имя имеет греческое происхождение и переводится как «высокородная». Небесной покровительницей ее является мученица Евгения Доможирова. Во второй половине XIX века в Риге в семье генерала родилась девочка по имени Евгения. В совершенные лета она училась в Институте благородных девиц и в то же время в школе Красного Креста. Когда девушке исполнилось 25 лет, она стала работать в госпитале в Варшаве. А потом избрала путь сестры милосердия. Заодно стала служить не только людям, но и Господу. Жизнь свою Евгения вела целомудренно, не торопясь замуж. Шли годы. Она стала много болеть, и ей пришлось оставить работу. Но как только началась Первая мировая война, Евгения Петровна, несмотря на свое слабое здоровье, поступила сестрой милосердия в госпиталь на Западном фронте, располагавшийся тогда в городе Полоцке. Здесь она проработала до крушения государства и фронта в 1917 году. Постоянно дававшая знать о себе болезни побудили ее уйти из госпиталя, и она уехала в Тверь. Поселилась в одном доме с сестрой и вскоре вышла на пенсию. Как глубоко церковный и образованный человек, Евгения Петровна была хорошо знакома с духовенством Твери. Близость к церкви навлекла на женщину беду. Власти арестовали ее и отправили в ссылку в Казахстан на 3 года. Оттуда Евгения Петровна уже не вернулась, умерев от бесчеловечных условий содержания. Ее погребли в безвестной могиле. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Фиону, Семена, Михея и Аполлинария, Григория, Андрея и Иосифа, а также Сергея и Матвея. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!